Деятельность компании ООО «Термолазер» направлена на создание современных отечественных лазерных технологических комплексов для упрочнения, сварки, наплавки, нанесения покрытий, в том числе и на внутренней поверхности цилиндрических деталей. Отличительной особенностью технологии лазерного поверхностного упрочнения является отсутствие прямого контакта инструмента и детали. Лазерный луч представляет собой энергетический пучок, который воздействует на поверхность детали, разогревая ее мгновенно до высоких температур, и также быстро происходит охлаждение детали, вследствие чего на поверхности образуется износостойкая структура. С 2010 года ООО «Термолазер» занимается термическим упрочнением поверхностей деталей различных габаритов и размеров. Результат нашей работы – увеличение ресурса деталей и узлов механизмов, что значительно продлевает срок их эксплуатации и существенно экономит денежные средства и время заказчика. Наша команда разработала и непрерывно совершенствует технологию, позволяющую добиваться хороших результатов, в разы увеличивая эксплуатационные характеристики деталей и механизмов. Основным преимуществом технологии является: первое – это автоматизированный процесс, то есть деталь обрабатывается по заранее написанной программе, что исключает риск брака и увеличивает производительность и скорость обработки. Второй отличительной особенностью технологии является его локальность, то есть зона воздействия луча охватывает только локальные участки поверхности детали, а не всю деталь, как при применении других методов упрочнения. Вследствие этого исключается риск термических поводок и ухода от заданных размеров. Еще одной важной особенностью является манипулирование луча в пяти координатах, что позволяет обрабатывать детали любой сложной формы, а также любых габаритов. От малогабаритных до крупногабаритных. Также есть возможность обработки внутренних поверхностей цилиндрических деталей. После лазерного упрочнения эксплуатационные характеристики детали, то есть ее износостойкость и твердость, возрастают в два и более раз. Также в линейке нашего оборудования представлен мобильный лазерный комплекс для модификации поверхности детали. Мобильный комплекс состоит из роботизированного манипулятора и диодного лазера мощностью 3,5 кВт. Используемые в конструкции лазерные модули позволяют осуществлять термическое упрочнение, лазерную наплавку специальными порошками или проволокой. В зависимости от особенностей производства, комплекс может оснащаться дополнительными камерами, датчиками, сканерами и контроллерами. Обработка может проводиться как на производственной площадке ООО «Термолазер», так и на территории заказчика. Комплекс полностью автономен и способен проводить операции даже на улице. ООО «Термолазер» является резидентом технопарка Сколково, активным членом торгово-промышленной палаты. Нас поддерживает правительство Владимирской области, региональные и центральные фонды развития, в частности, Фонд развития промышленности Российской Федерации. Совместно с Владимирским государственным университетом ведутся работы в направлении развития лазерных технологий региона, в то же время проводятся совместные работы по развитию аддитивных технологий с базовыми кафедрами ведущих московских вузов МГУ имени Ломоносова, МГТУ имени Баумана. Предлагаемые ООО «Термолазер» продукция и услуги находят свое применение в различных отраслях промышленности: железнодорожный транспорт, металлургия, машиностроение и станкостроение, нефтегазодобыча и геологоразведка, газотурбинные двигатели, инструментальное производство, моторостроение, дорожно-строительная техника, сельскохозяйственная техника. Одновременно с выпуском оборудования и оказанием услуг мы предлагаем совместную организацию инжиниринговых центров по термоупрочнению в любом регионе страны. Для расширения присутствия на территории Российской Федерации мы создаем сеть региональных инжиниринговых центров с мозговым центром в городе Владимире.